Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу у наших соседей в республике Коми, с которой у Наринмара есть прямое авиасообщение в город Сыктывкар и временное зимнее по автодороге Наринмар-Усинск. Только за последние двое суток в республике Коми подтверждено 42 новых случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших здесь, по данным на 7 апреля, 101 человек. Трое скончались. В республике введен режим самоизоляции. Почти 3500 человек находятся под медицинским наблюдением. Очаги заражения – учреждения здравоохранения Коми, районные больницы. Вчера также стало известно, по крайней мере, о 10 зараженных в 6 отделениях республиканской клинической больницы. Среди зараженных есть и медики. Ненецкий округ имеет прямое авиасообщение со столицей республики Коми, городом Сыктывкаром, а также временную зимнюю дорогу, связывающую Наринмар с соседним регионом. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию у соседей, на Лаевожской дороге в поселке Искателей установлен временный пост ДПС, где круглые сутки дежурят медики и работники ГИБДД. Они проверяют самочувствие всех въезжающих зимников на Наринмар, водителей и пассажиров, фиксируют сведения о них. После проверки измерения температуры каждого водителя, пассажира мы записываем адреса. Если у кого-то какие-то признаки появятся, мы сразу же их можем установить по месту их проживания. Что касается авиасообщения, то, судя по информации, размещенной на официальном сайте Наринмарского авиапредприятия, рейс на Сыктывкар на этой неделе не планируется, как и во многие другие города из-за низкой загрузки самолетов. Авиакомпании отменили рейсы на Москву с 7 по 10, а также 12 апреля, в Санкт-Петербург 8 и 10 апреля. На эти же даты отменены полеты в Архангельск. А вот авиасообщение с населенными пунктами округа сохраняется регулярным. Утром 7 апреля пилоты Наринмарского предприятия вылетели по маршрутам Нижняя Пёша, Снопа, Ома, Вижес, Нейс, Харейвер, Харута, Харьяга. Вылетел борт и в Индигу. Судя по расписанию Наринмарского авиаотряда, вылететь из Наринмара в Москву или вернуться домой на этой неделе можно будет только в субботу, 11 апреля. В Архангельск – 9 апреля, 8 апреля – в Челябинск и 10 апреля – в Уфу. Между тем, в Наринмарском аэропорту осуществляются все меры необходимой безопасности. Прилетевших осматривают медики. Залы вылета и прилета дезинфицируются. Вчера в зале прилета был установлен тепловизор. Дезинфекция производится после каждого прилета пассажиров. То есть пассажиры прилетели, они там прошли, производится дезинфекция. Не реже одного раза в 2 часа. Это как и в зале вылета, так и в зале прилета. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, телеканал «Север».